выходим на тропу и начинаем битву за контент. Новые понятия входят в нашу жизнь, в том числе вот такие. Доброго здоровья! Купаетесь или рыбку ловите? Поговорил с отдыхающим. Купается, однако. И здесь не удивишь. Жарой до 40 градусов и выше. И морозами 30 градусов и ниже. То есть такие мы, казаки, всеядные. Жара, мороз, слякоть. Лишь бы сало было с хлебом. Живем в районе дикой степи. Так раньше называли эту. Ну, это, конечно, давно было. Никто не жил. Народ стучит, занят чем-то. Все что-то стучат. Что-то делают и так далее, и тому подобное. Доброе здоровье. Ну вот. Приятно посмотреть, не я один. Хожу. Регулярно этот мужчина тоже ходит. Так что в интернете битва за контент. Каждый делает свой контент. Кто во что горазд. Кстати, жук, олень. Видите? Жучило какое. Хочу такого жука в внучке. И вот он попался. Его бы надо сейчас отнести, потому что потом, когда пойдешь, он уже куда-то уползет. Ну ладно, пускай ползет. Лето, ах, лето. Что это за... Развалилось. Сейчас смотрите, как она. Вторая жизнь у него. Вверх не растет, а зато с корня, ух, идет.